Приветище! Это ФНАФ Руины. И мы продолжаем поиски Грегори, этого маленького засранца, который потерялся. Значит, у нас есть крутая маска, которая позволяет нам видеть невидимое. То есть, например, вот такое вот, видишь? Крутая масочка, будем ей пользоваться. Без маски вот такие галлюцинации у нас в глазах. И мы не понимаем, что это. Но когда мы одеваем маску, мы начинаем понимать, что это. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Но в итоге знаем. Бежим, бежим вот сюда. Деактивируем. Это, короче, узлы подключения, которые мы деактивируем для того, чтобы пройти дальше. Ох ты, елки. И вот эта вот штука нам тоже очень мешает. Если мы и попадемся, то нам хана. Поэтому нужно выходить из виртуальной реальности. Ну, то есть снимать маску. А иначе нам кирдык. Засосет и не рассосет потом обратно. Где-то внизу, наверное, да? Так. Провод. Нет, внизу провод не идет. Значит, наверху. Обратно возвращаемся. А, нет, вот он, провод идет. Вот он. Здесь обрывается, потому что он заходит вот сюда куда-то. Так. Ага. Обратно наверх. Ёлки-палки. О, масочка. Ух ты, где ты? Где-то, ну я успею, наверное. Я должен успеть. Снимаю маску. Он там был, далеко. Вот этот звук, он меня пугает, да мурашечек. Сразу гусиная кожа появляется. Ну, я думаю, что мы сможем сейчас пройти дальше. Деактивируем узел. Быстренько комбинируем некомбинируемое. Ага. Ой, нет, не так. Не так. Отменить, удалить. Мы должны сделать его. Да, вот так вот мы должны сделать. Вот. Все. Узел деактивирован. Дверь открылась. Мы идем дальше. Ого, привет, Мардусь. Давно тебя не видели без лица. Не, он тут где-то бегает, этот Монти. Обезображенный. Это Грегори его обезобразил. Так, здесь закрыто, но мы здесь можем пройти. Маску снимаем. Ага. Игровые автоматчики. А, нет, это не автоматчик. Нет, здесь тупик. Не отчаивайтесь, выход всегда есть. Иногда нужно лишь взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Ну, значит, маску надо надеть, вот и все. Ой, похоже, что эта станция камер отключена. Однако я обнаружил необычный сигнал. Надень маску и проверь еще раз. Вот, есть камеры какие-то. Что за звук? Обнаружена аномалия. Я не понял, что я сделал. Он исчез. Плакат исчез, и мы можем тут теперь пройти. No way. Не может быть. Я прошла через большой экран. Звездный детсад. Экран, прежде чем я взглянул на камеру, исчез. Клянусь, он был здесь. Беспокоиться не о чем. Все выглядит совершенно нормально. Тебе, наверное, мерещится. Кстати, мне еще про ботов говорили, что нужно их как бы отключать, и получу какую-то секретку под конец. Будем это... Ой. Я ж не в маске, да? А, нет, я в маске был. Ну, я ее снял. Солнце, луна вот тут рассекает на столике. На шпагатики. Ну, короче, я в детсад пришел, да? На детскую площадку. Она... Ты где? Я в детсаду. Как отсюда выбраться? Доберись до театра в детском саду. Как он быстро балаболит. Не успеваю даже читать за ним. Ну, короче... До горок надо добраться, да? Какие тут страшные дедули с золотыми зубами. Хотя дедули более как-то симпатичны смотрятся, чем обезображенные мехатроники. Ну, здорово. А ты кто у нас, интересно? Это Фредди? А фиг его знает, чё. Ему уже плохо. Давно плохо. Этому мехатронику. Аниматронику. Снова луна.
Так, это тупик, да? А, нет, вот тут можно пролезть. Маска здесь не действует. Ну, ок. Я вечно... Можно пройти, кстати, здесь. В детском саду меня напрягали вот эти вот головоломки с горками. Удерживайте, чтобы взять. Я могу кубик этот взять? О, игрушка Луны я нашел. Прикольно. Крики детские слышу. Обратно не пройти. Подожди, надо маску снять. Сейчас я маску сниму. А, тут, блин. Ясно. Вот здесь вот маску снимай. Вот, и теперь мы тут можем выйти. Идем туда. Жуткий смех. Луна появилась. Луна где-то тут рядом. Паутинка. Лунёша, ты выйдешь? Тут так. Да! Дряная девчонка, тебе пора спать. Свет нету. Это было неожиданно. Очень неожиданно. Кстати, луна вроде бы в нормальном состоянии, только ржавая. Интересно, интересно. Ну, потому что с луной мы, по-моему, ничего толком-то не делали. Мы просто от нее убежали в прошлый раз. Хотя, я не помню. Может, мы ее и передавили чем. Где это я вылез? Куда нам лучше пойти? Самое обидное будет, если нас сейчас тут луна поймает. И все, начинать по новому. Можем туда пройти. Там, да, есть проходик. И здесь есть проходик. Ну, пойдем тут. Тут попробуем пройти. Так вот. Просто. Новый друг. Я застрял во сне. Перезагрузка. Мы должны стать единым целым. Хочешь, чтобы я тебя перезагрузила? Этой штукой? Дрянная девчонка. Включи свет, запусти генераторы. Похоже, что воспитатель детского сада неисправен. Яркий свет дезориентирует его. Включи генератор, и, возможно, у тебя появится шанс перезагрузить его систему. Когда все генераторы будут зачищены, используй разъемы для фаз-ключа. Кто это говорит вообще? И мне дико интересно, как это он летает. У него ни реактивов, ничего. Ух ты, елки, маску снимай, маску. Быстро. Как он был близко. А еще я видел здесь подарок. Я видел его где-то вот в этом углу. Это здесь он был. Казалось. Да, вот он. Пьяная луна. А, пиньята луны. Как я мог прочитать пьяная луна? Ужас. О. А, подожди, он тут реально стоит? Да, точно, он тут реально стоит. Значит, мы отсюда выползли. Вот отсюда мы выползли. Там еще был проходик. Подожди, давай мы там попробуем пройтись. Чисто. А, стой, надо маску снять, видимо. Ага. Ну давай, запрыгивай. Ты чё тут вообще фигня? С пупок, расстояние, высота, в смысле. Понятно. Ладно, не буду заморачиваться. Короче, идем тут тогда. Генераторы, значит, да? Нужны генераторы. А это что у нас такое? О, солнце, луна. Как это мило, видимо, их нужно как-то... Сейчас, подожди. Нужно на них нажать, как на картонного Монти. Ой, надо выходить. С маски выходим. Ага, ясно. Верстак этот с камерами не разложен. Погоди. Все понятно, я, значит, отсюда зашел, наверное. Блин, маску снимаешь и немножечко дезориентируешься прям конкретно. Стой, или я здесь зашел? А, да, я отсюда зашел. Окей, хорошо. Эта дрянная штука ушла? Я ее не вижу вроде бы. Давай еще разок. Значит, вот эту камеру я не смотрел еще. Обнаружена аномалия. Давай. Есть. Спать пора. Поделки уже спят. Ну, пускай они спят. О, вот он появился.
чудик этот. Значит, мы одну деактивировали. Надо другие искать. Но я не вижу. Вот, 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 у третьей. Все, выходим, выходим. Снимай, снимай маску, быстро, быстро. Успел деактивировать, нет? Как думаешь? Последний значок солнца. Надо будет сейчас взглянуть. Сейчас глянем. Передождем. Подождем, передождем. Ну-ка. А, все, все, значит, деактивировали, раз верстак закрылся. Мы можем пройти теперь сюда. Нам, в принципе, все на это указывает. Типа, иди сюда. Окей. Пойдем по стрелочкам. Обычно это плохо заканчивается, но что делать? Сюда нам надо. Сейчас же опять луна какая-нибудь прибежит ко мне и за руку меня хватанет. Я люблю, когда мне за руки хватает. Это что такое было? Я видел тебя здесь? Нечисть. Маску я здесь снять не могу. Или могу? Не, не могу. Не дают мне маску снять. Это как вообще так? Просто сорвал ее и все. Спокойствие и процветание. Чил и расслабон. Я вообще в детском саду. Какая здесь может быть опасность? О, какая замечательная труба. Во-хо-хо-хо! Привет. Можно выше взобраться, можно вниз спуститься. Там труба. Давай наверх поднимемся. Посмотрим, так сказать, на все свысока. А, тут тупик. Ни черта я не посмотрю свысока. Спускаемся вниз. Какой замечательный рисунок. Луны солнца. Луна солнца. Замечательное небо, облака, ночные звездочки. Спать, пора спать, поделки уже спят. У тебя есть другие какие-нибудь фразы? Ага, вот здесь маску снимаем. Генератор. Грегори, кстати, генератору вообще нифига не стало. Он не заржавел, он не сломался. Вообще пофиг. Это не сработает, иди спать. Солнца больше нет. Нам вниз. Солнце как-то тут появлялось. Опять это эхо в моей башке. Я боюсь за себя. Может, мне к психологу сходить? Или психотерапевту? Психолог и психотерапевт — это две разные вещи, поэтому... Два разных врача, поэтому... Я могу что-то путать. По-моему, в этом контейнере плачет ребенок. Жуть какая. Вот, кстати, выход двери. Я уж могу через них выйти? Или они... Нет, разбежался ты. Вот подарочек. Подарки я люблю. Цифровые, к тому же. Но нет, откуда ты? Где он? Он за мной. Давай от него убежать попробую. Попробую, ладно. Маску снял и убежал. Вот и все проблемы решены. Еще осталось сколько генераторов-то запустить? Там... Как мне до тебя добраться? Как мне до него добраться? Там мойщик. Робот-мойщик. Тут не пролезть. Ничего страшного. Я найду проход к нему. Может быть... Вот эта штука, она не глючит, поэтому через нее я не проберусь, когда маску оденю. Так, куда мне теперь идти-то? Вон там глючит что-то. А, вот, камеры. И здесь глючит, да? Нужно деактивировать мойщика и луню. Давай попробуем. Тыкаем камеры. Вот, есть. Нашли. Что-то я не то сделал. Вначале мойщика нужно, видимо. Мойщик, мойщик, мойщик. Вот. Это здесь. Вон он внизу. Есть. Надо выходить. Надо выходить срочно. Снимай маску. Фух. Фух-фух-фух. Сейчас побегаем здесь, потусим немножечко. Попрыгаем.
Солнца больше нет. Свет ушел прочь. Вечная ночь. Ну, тебе, наверное, круто ночью тусоваться, а мне не очень. Так. Что, все по-новому, да? Все по-новому. Хотя нет. Подожди, 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 подожди. Деактивируем. Есть. Дальше. Все. Отлично, успели, умудрились. Теперь проходим сюда. Вот сюда. Маску снимаем. А, тут маску нельзя снять? Вот это жопа. Надо быстрее, 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 быстрее валить туда, где можно маску снять. Тупик. Сюда что? Нет, я оттуда пришел. Да, я оттуда пришел. Вот сюда надо. Оу, ты за решеткой смотрел на меня? Извини, дружок, маску я никак не могу снять. Я бы очень это хотел сделать, но... Это не в моей компетенции пока. А теперь в моей. Что, дальше нам сюда? Теперь сюда. Еще один генератор, отлично. Дрянная, дрянная девчонка, прекрати! Свет делает нам больно. Хруст, 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 шестерней. Ну это же прекрасно. О, давай мы тебя отключим. Сюда, чё? Кто это кричит? Это дети другие, что ли? Хватит, выйдите из моей башки. Скорее всего, это другие дети, которые тут ранее бегали. Вот, и они тоже кричат тут. Ух ты, ёлки, как близко-то! Стой, 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 сними маску. Долбанный кролик глючный. Здесь завалено. О, какой здоровый Фредди застрял. Сейчас же обязательно какая-нибудь засранка вылезет. Вот, кажется, я дошел. Нет, я тут не пройду. Но до верстака я дошел. Ну, до компа с камерами. Вот сюда мне нужно. Может, это подарочки где лежат. Надо маску надеть. Вниз. Тупик. Тупик. Это с другой стороны Фреддиной башки я зашел. Который в трубе застрял. Подожди, а еще что это? Маркер какой-то? Ручка. А может быть через стенку получится? Не, через стенку никак. Вон там труба. Как мне туда попасть-то? Так. Я бы здесь, может быть, получилось. Нет, так не получится. Здесь тупик. Наверх я уже ходил. А нет, наверху я еще не был. О, привет. Сейчас же сделай это, сейчас же. Пока светим на нее фонариком. Не меня, а другого меня. Ну, я прошел. Он вроде за мной больше не бегает. Я что, в самое начало вернулся? Похоже на то, но... Я пока что не понимаю, где я. Так. Там сюда. Угу. А, я же активировал уже эту штуку. Ух ты, ёлки-палки! Дай пройти, блин! Я спрыгнул вообще, получается. Здесь я был. Все, я понял. Я здесь. Это самое начало... А, вот, подожди. Подожди. Тут я был. Это я активировал. Вроде бы как активировал. Это даже активировал, да? Камера вот здесь вот смотрит туда. По-моему, я там был. Надо будет еще раз туда сбегать, короче. Ням-ням-ням. Куда пойдем? Ну, конечно же, сюда. Вот из-за чего я не любил этот детский сад. Потому что тут запутаешься в этом странном лабиринте, куда-нибудь упадешь не туда, и потом все по новой, поехали веселиться. Ч
Сейчас я эту камеру найду. Подожди, снимем. А, маску снять нельзя. Память меня подводит. Надо витамишки попить. Мишки-витамишки. Тут мы были, тут есть подъем. В тупик, да? Да, в тупик. Ну, тут просто по кругу ходишь. Тут, по идее, даже лабиринта нет. Тут везде тупики такие. Значит, опять приду к этому ушатанному солнце-луна. Вот, этот генератор я включал. Короче, камера, вот она, смотрит на него. Мы только что не смотрели на эту камеру. Также тут все пучком. Тогда не понимаю, сколько еще камер активировать нужно. Подожди, у меня есть задание. Нет, перезагрузите воспитатель детского сада и пройдите в театр. Включи генератор и перезагрузи воспитатель. А, нужно было к нему подойти и перезагрузить. Ёлки-палки. Он и стоял там, тушевался. Ждал меня, а я такой мимо прошел и просто упал. Чунгачкук. Долбан. Зачем ты так с воспитателем поступил? Подожди, тут камеры же тоже можем посмотреть. Ай-яй-яй, выйди. Угу. Все. Два генератора мы активируем. Солнца больше нет, свет ушел прочь, вечная ночь. Говорит луна. Все, я бегу тебя перезапустить, луна. Или солнце, кто там? Кто кого должен перезагрузить? Я должен перезагрузить луну в солнце, правильно? Вход здесь. Подарков нет, все. Бегу. Вот тут где-то должна... О, подарок, нифига себе, не зря я все-таки по-новому все решил пробежать. Ради подарочка, чего бы нет. Ой, какое золотое солнце. Значит, теперь сюда. В трубу. Маску снимаем. Еще один генератор. Так. Не точно сюда? Не хотелось бы спрыгнуть. Да, я деактивировал этого бота. Как я далеко забрался-то, слушай. Вот она, башка Фредди торчащая в трубе. Кстати, тут в этом тупичке нет подарка? Нет, нету. Луна наверху. Стрелочки все-таки не лгали. Они привели меня туда, куда нужно. Вот сюда нам. Так. Блин, тупик. Это вниз, нам наверх. Все, заждалась меня? Я готов тебя перезапустить, только что мне для этого нужно сделать? Я выключил фонарик. Может, маску снять? Давай, перезапускай. Во. С днем рождения! Внимание, внимание, ребенок в опасности. Активирован безопасный режим. Девочка, тебе нельзя тут находиться. Это небезопасно, мне нужно прибраться к утреннему открытию. Здесь будет полно детей. С нетерпением ждем тебя снова и прифазного... Чего прифазного, я не успел прочитать. Спасибо тебе. Какое замечательное солнце. Оно мне понравилось. И я вместе с ним еще и полетал. Круто. О, так, мы выбрались из детского сада. Маску сейчас надену, посмотри, что тут вообще. Может, что интересное тут? За закутками есть. Нифига. Погоди, отключено. Три штуки. Я что-то тут мог отключить. Ух ты. Ну давай это сделаем, раз мы уж тут. Угу.
Тут больше ничего включать не надо. А где провод? Вот провод. Вот тут вот он идет, спрятан вон туда, наверное. Окей. Короче, где-то здесь. Ух ты, ты живой. А, пока я на него смотрю, он не шевелится. Как только я отвернусь, он зашевелится. Это очень плохо. Скотина. Ай, скотина. А если я маску надену? А, он меня теряет. Я как бы невидим для него становлюсь. Окей. Провод идет сюда. Тут больше вроде ничего интересного. Там бы мы не поднялись. Идем. Ой, да их тут дофига, слушай. Вот тут что-то надо деактивировать. Где эта фигня? Так, я подальше убегу, вот так вот сюда. Подальше от этих роботов. Так вот. Здесь без башки он. А нет, он спит просто. Ёлки-палки, они меня преследуют. Мама мия. Дон папия. Надо маску наденем. Надо деактивировать последний вот этот вот кабель. Сейчас. Вот сюда он идет? А, он туда проходит. Так, ну я же сквозь него пройду, да? Он мне ничего не сделает. Еще дальше. Ух ты, елки-палки. Ну я же здесь был. Здесь кабель не выходит. Блин. А куда? Стой, надо отсюда свалить. Ух ты ж, блин, маска отруби... Он снял с меня маску, походу. Обосраться. Как так вышло-то? Давай попыточку повторим. Все по-новому, да? Мы вышли из детсада. Значит, тут есть возможность деактивации. Одной штучки. Где она тут у нас? Вот она. Единственное, я не понял, куда уходит второй вот этот виртуальный провод. Падла. Он где-то... Вот куда он уходит. Вон оно что. А, тут открывается даже. Ничего себе. Блин, засранец, достал ты меня. Ладно, маску сейчас сниму. И надо светить. Тут этот бот был. Надо на него светить. Вон он стоит. А, он без башки, по-моему, пофиг. А это что такое у нас? Давай сделаем. Зарядим все проводники. Не-не-не-не, в другую сторону. Ну-ну-ну-ну-ну, есть контакт. Кто это? Ты мне игрушку какую-то... А, я его опустил. Скорее всего, тут игрушка, это и есть проводник. Ага, точно. Кто-то сзади идет, прямо вот тут. А, ну он за дверью ходит. Окей, здесь все вроде бы. Даже? Вроде бы да. Получается, что мы можем теперь идти... Ох ты, елки-палки. Отстань. Сейчас вот тут вот еще хочу за стойку зайти, посмотреть, может там что спряталось. Нет подарочков здесь? Тут, кстати, пройти можно. Слушай-ка. Ха, вот подарок. Да, я его заберу. Маска комедии. А, ты меня до сих пор ищешь? Ёлки. Маску сняли. О, бот! Я ж тебя видел, но почему я тебя тогда еще не отключил? Как думаешь, этот кролик ушел? Глючный или нет? Хочешь, я тебе анекдот расскажу про жестяную банку? Жила-была банка. И вот ее вскрыли. Все с нее съели. И банка стала пустая. Представляешь, пустая банка. Ладно, тупая шутка и анекдот. Я просто хотел сократить время ожидания. Думаю, что все. Так, не понял. Как ты далеко от меня стал? А как так вышло? Почему? Как это я тут окачаю? Как это я тут очутился? Блин. Ох, елки. Оп-оп-оп, нет, нельзя зайти. Блин, и дверь теперь не закроется. Надеваем маску. Отключаем вот этого чебрика. Хорошо.
Дверь закрылась, и это очень хорошо. Бежим теперь сюда. Скорее бежим. Да, блин, кабель все равно какой-то не... Какой-то кабель все равно не активирован еще. На. Еще один остался. Не иди сюда. Причем показ... А, так мне, наверное, вот сюда надо зайти, да? Но дверь-то не открывается все равно. Как ты близко-то? Прям вот. Скотина очень шустро бегает. Значит, вот кабель. Так я живу, все. Он вроде как и синеньким горит. Здесь... Вот, подожди, здесь вот здесь. Вот сюда вот нам надо. Ну-ка, что у нас тут? Твою ж глючность! Давай валить. И что, все? Ушел? Жизнь ушел. Отключаем третье. И двери сейчас откроются. Я сваливаю сюда. Я сваливаю. Поскорее от этих роботов. Аниматроников. Давай. Вот. Нет, это не так. Не так, удали. Ох, блин, плохо дело. Надо выйти. Он стал очень часто появляться. Ему прям не нравится, что я тут блуждаю и творю всякую фигню. А, еще и этот чебрик идет. У меня нервный тик. Опа! 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 Не смотрю. Как ты близко ко мне. Страшно. Я в маске. Я спрятался, я в домике. Все, погнали, быстро. Значит, электричество, как мне провести электричество? Вот так вот я провести электричество. Пироженки вот так вот. Все? Узел безопасности зон. Сдается мне, что двери открыты, да. Они открыты, бежим. Кинотеатр, я в кинотеатре. Камера, кто-то говорит, камера. Тут музыка есть, балдежа. Да, я помню этот кинотеатрик. От кого мы здесь убегали? От кого-то мы здесь убегали, но от кого не помню. То ли Монти, то ли Волк. Сейчас будем камеры смотреть, что. Давай смотреть камеры. Глючный кролик ушел. Хорошо. Чего? Ты это видел? Тут ребенок еще один есть. То есть Грегори все-таки настоящий, да? А, или это запись? Погоди, это запись, скорее всего. Блин, может, это даже не Грегори. Но моя догадка была... Не надо выйти. Моя догадка была, что голос Грегори кто-то скопировал, и он со мной через расу, типа, болтает. Вот, типа, как-то так. И это на самом деле не Грегори, а какой-то аниматроник, жаждущий меня сюда заманить и завалить. Все. Давай искать, короче. Вначале нам нужно деактивировать солнце, потом луна. Солнце здесь есть? Нет, это не то. Солнце. Где же солнышко? У нас вот, это походу солнце. Похоже на солнце? Нет, это была луна. Так, четвертая камера, значит, шестая камера, да? Деактивировать. Есть, деактивировано. Штопанный ты глючный заяц. Задолбал. У меня даже фонарик здесь не работает. Ой, кстати, не обращал внимания, что у меня ноготочки зелененькие. Мультик, что ли, посмотреть пока? Все? Все, погнали. Значит, шестой. Вот солнце. Потом четвертый. А где камера-то? Эй. Четвертый. Луна. Ага. И бот. Все, я все сделал, я успел. Ух, елки-палки. Нифига себе, какая башка здоровая была. Огромная, я испугался. По какой-то камере я видел бота. Надо бы до него добраться и деактивировать. Где он может быть спрятан? На втором этаже, наверное. Сейчас попробуем на второй этаж подняться.
Так. Ага, фиг ты на второй этаж поднимешься, походу. Ох, это как тут интересно все. Оттуда я спустился. Можно, конечно, еще раз. А, закрылся. Он закрылся. Ну да, на второй этаж ты навряд ли попадешь. Окей. Но раз мы там все деактивировали, должна была дверь какая-то открыться. Сейчас. Пойду по проводам. О, привет. Ты как бы живой или не живой? Вот, на второй этаж можем пройти. Шикарно. Что-то тут есть. Проход. А, ну конечно, потому что тут проход, он... Да. Пошли сюда тогда. Музыка просто... Ну, стремнейшая, я бы сказал. Она еще искажена немного. Какая комната забавная. Подарок. Подарок специально для меня кто-то приготовил. Обстись, нечисть. Отстань. Я за подарком пришел. О. Тан-тан-тан. Можно тебе стишок рассказать? Хотя не буду. Скажешь, что беспонтовый стишок. Золотая луна. Это вторая золотая луна. Подожди, дай я посмотрю. У меня столько лун теперь тут. Это. Вот золотая, вот золотая. Маска. Нет, маска. Золотое солнце. А, золотое солнце, теперь золотая луна. Все понятно. Че, куда нам? Куда нам? Да, маску сниму. Хм. Это просто как потайная комната, что ли? Здесь нет прохода. Чисто ради подарка сюда забежал. Тут вот есть еще какая-то кнопочка, что ли? А, нет. Просто зелененьким горит. Ну и пусть горит. А, вон, смотри, труба есть. Хочу в трубу. Вот ты где, засранец. Я тебя искал. Есть. Ой, блин, тут тесно как бы, и это, не пугай меня так, кролик. Подвал какой-то, все в паутине. Ну и все получается, тут нам больше делать нечего. Интересно, кто эти рисунки рисовал? Что за ребенок? В автомат не поиграть, одежка такая чистенькая, тут все прикольненько. Ну все, давай выбираться тогда отсюда. Опять голоса. Черт, я схожу с ума, я сошел с ума, я сошел с ума, нас не догонят. Маску снимаем и бежим сквозь него просто. Так, надо маску опять надеть. О, прям в него выбежал, ух ты, елки, побежали, быстрее, 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 валим, валим, валим. Ё-моё, вот это нежданчик. Чуть не обосрался. Цыпа-дрипа. Они такие милые тут. О, что нам дальше-то делать? Я все тут деактивировал, вроде бы как. Выходить, наверное, отсюда надо. Да? Выходим. Какой большой он. Смотри, просто монстрик. Жесть. Я что-то не обращал на это внимания, когда надевал маску вначале. А сейчас как обратил? Так страшно стало. Все, мы же можем выйти, да? А, закрыто. Блин. А здесь можем выйти? Нет. Давай посмотрим. Перезагрузите воспитателя детсада и пройдите в театр. Это не тупик. Ну, я в театре. Ну, я что-то тут потеряшка. Ну, может, как-то через экран пройти надо? Сейчас попробую. Здесь вроде бы как есть заход. Ой. Звуки какие странные.
В рот, наверное, надо залезть. Да? Ох ты, в глотку прям. Ничего себе. Я застрял, помогите! Это все в твоей голове. Сними маску и посмотри. Прикольно, я в веншахте. Моя психика больше никогда не будет прежней. Я буду реветь до конца серии. Воздуховод трещит по швам. Надеюсь, что он не упадет. Все, девочка сломала кость. О! Кажется, мы в Монти-Гольфе. На вагонетках катаемся. Ничего не выйдет. Сеть Вани в данный момент недоступна. Что-то блокирует сигнал. Такое случается крайне редко. Тогда будем наслаждаться покатушками в Монти-Гольфе. И слушать прекрасное музло. Акустическое. Гитарное. Какие вы симпотные все. Романчик. Психика восстанавливается. Релакс, чил. Успокоение. Воодушевление. Пройти эту игру до конца. Качаем головой. Под бит музыки. О, призрак. Какой-то странный, правда, призрак. Башка Фредди. О, все нормально. Все прекрасно. Ой, ладно, не буду мотать башкой. Что-то у меня голова снова закружилась. Трек закончился. Я должна выбраться отсюда. Она не останавливается. Вот это меня выкинуло. Мы выбрались. Все бочком. Все. Кейси, где ты? Грегори, я на мостиках. Отсюда можно добраться до гоночного трека? Секунду. На чертежах указано, направить кабинку в ремонт помещения нужно. Отключу узел безопасности, затем использую контроллер трека. Грегори, ты слышишь меня? Конечно же нет. Значит, узел безопасности и контроллер трека. Знать бы еще, что это такое. Ой, блин, я тут упаду, наверное. Скользко скатываюсь. Так, контроллер трека. Ну, тут есть вот камера, по всей видимости, да? Посмотрим, чё кого здесь. Блин, хотел камеру приблизить. Не то сделал. Значит, вот, наверное, вот эту штуку нам нужно активировать. Потом. Здесь что у нас? Тут ничего нету. Здесь, может, вот это контроллер трека? Неясно, неясно. Будем сейчас тут ползать, лазить, смотреть, что. Вот. О, погоди. Нифига себе. А как до тебя добраться? С другой стороны, что ли? Ага, с другой стороны, фиг ты до него доберешься. По коробочкам. Ладно, сейчас что-то как-то даже. Подожди, маску надену. Угу. Так не выйдет. Оу, нифига себе. Прикольно. Там подарочек! Надо туда добраться. Ну хорошо, сперва давай мы вот эту вот починим штуку. Врубай свой ключик. Заводим драндулет. Надо было с другой стороны начинать, вот отсюда. Я думаю, что отсюда и туда наверх. Поехали. Все, годно вышло. Все вышло, мы что-то открыли где-то как-то.
А, вот эта вот штука подъехала к нам. Ее тут не было до этого. Маску я тут надеть-то не могу. Ладно, она подъехала и поможет нам отсюда выбраться. Идем что-то дальше запускать. Видимо, тросик, чтобы крутился, чтобы вагонетка ехала, вот нужно ее запустить. Угу. Ух ты, раз, два, три, четыре! Офигеть. Четыре провода. Ух ты, ёлка, чуть не упал. О, я упал. Игра кончена, ты обосрался. Ну, бывает, чё. Все мы когда-то ходим в туалет. Рано или поздно. Попытаемся еще разочек. В надежде, что все у нас получится. Правильно. Похоже, что эта цель соединена с подвесным мостиком. Давай постреляем. 10 патронов есть. Не, одного было достаточно. Ух ты, блин! Там пропасть! Ну смотри ты под ноги! Я буду внимателен в этот раз. Значит, вот сюда пошел. Ну как можно было не посмотреть под ноги? Так, тут очень скользко, надо быть крайне аккуратным, потому что я буду сейчас скатиться вниз. Давай. Забегаем. Фух, наконец-то. Пол такой скользкий. Да еще бы. Там слизь какую-то на него нанесли. А, вниз уходит. За нами погоня. Он, кстати, далеко? А, он прям за спиной. Ладно, снимем маску. Ого! А тут и мостика не оказалось. Ладно. Так, в какую нам сторону? Тут мостика не было, я оттуда пришел, значит, нам сюда, там скользко, капец, либо туда. Там вон пушка есть. Так, так, подожди. А не отсюда ли я пришел? Что-то я запутался, мальца. Вот этот мостик, по которому мы пришли, видимо, да? А, капец, я запутался. Все, башка не соображает. Я бы туда, на самом-то деле, может быть, и допрыгнул. Попробовать, что ли, или не рисковать уж. Не, рисковать не буду. Пока что. Есть другой обходной путь. Вот. Хорошо, что я не прыгнул. Вот таким вот образом. Е! Я здесь. Я добрался до этой штуки. Итак, смотрим. Где нам что тут можно деактивировать, активировать. Ничего. В принципе, мне камеры ошибки-то тут и не помогли. Маску надо снять. Ух ты, елки, прям передо мной появился. Это нечестно, незаконно. Он меня мог поймать так очень быстро. Вот что-то какие-то галлюцинации. Ну чего ты ждешь? Грегори, приди сюда и помоги мне. Чего я жду? Знаешь, как тут опасно? Мостик опустили. Здесь вот что за галлюцинация у нас? Какой-то мостик есть дополнительный, по которому можно пройти. Это что, бот, что ли? Да, похоже на... А, это мусорку я отключил. Все, мы выбрались. Маску снимаем. Тут вроде бы все получается. Я тут все сделал. Валим дальше. Главное нафиг не скатиться. Спокойно. Кроссовочки надо было на липучках надевать. Так. Надеюсь, что тут вот эта развалюха. Ёлки-палки, ты меня что так пугаешь-то? Надеюсь, что этот мост не развалится прямо подо мной. Угу. Портал. Прикольно. Уф, меня сейчас вырвет. Как я тут оказалась? На своих двоих, глупышка, если ты устала, почему бы не сделать перерыв? Это не очень круто. Можно обратно... Ага, все понятно. Как-то это все очень...
А если я... А, тут нельзя маску снять. Твою налево. Он стал появляться прямо передо мной. Так нечестно. Очень нечестно. Тут кажется... А, нет. Мне показалось, там суша. Но нет. Там ни черта не суша. Снова камеры. Понял. Пострелять. Популять. Так. Идем по проводу. Ёлки-палки. Моталки. Ух, патронов-то маловато. Ай, я упал. И все по новому. Это говорит о том, что пора делать перерыв. Поэтому на этом все. Если понравилось прохождение, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписался. Но мы увидимся в новом ролике. Так что до встречи!